Хотел бы сегодняшнее видео записать на тему перезагрузки мозгов. Есть один человек, который любит выражаться, что я куда-то там поехал перезагрузить мозг. Мне, честно говоря, всегда не нравилась эта фраза, потому что она мне ассоциируется с компьютером, с чем-то неживым, что нужно перезагружать. То есть, ну, как по мне, перезагружают мозги биороботы. Мы все-таки люди живые. Поэтому живые люди мозги не перезагружают. Они их развивают. Могут отдохнуть. Очистить память. Что еще люди могут сделать? Забыть что-то, вспомнить. Но как можно перезагрузить мозг? Вот я вот этого не понимаю. То есть, чтобы перезагрузить мозг, это получается, что нужно умереть, а потом заново воскреснуть. Ну вот это единственное, я понимаю. Значение перезагрузить мозг. Другого варианта я не представляю, как это перезагрузить мозг. Ну, просто я вспомнил что-то эту фразу, она меня очень сильно, ну, всегда вообще, в принципе, раздражала. И вот сейчас я решил как бы на эту тему записать видео. Ну, кто этот человек? Это, скажем так, мой родственник по паспорту, который любит эту фразу употреблять. Не знаю, может, она биоробот, поэтому она мозги перезагружает. Но я мозги не перезагружаю. Я просто отдыхаю, думаю, развиваю. Медитирую, танцую, люблю, радуюсь. Хожу в походы. Получаю удовольствие от жизни. Вот такая вот история.